В областной думе состоялась рабочая встреча с делегацией правительства норвежской губернии Тромсё. Ее участники обсуждали вопросы российско-норвежского регионального сотрудничества в сферах образования и молодежной политики. Главный повод посетить столицу Заполярья у делегации Северного Королевства в этот раз праздничный. 10 лет исполнилось российско-норвежской школе, которая работает на базе первой гимназии Мурманска. Также на встрече в областной думе обсудили актуальные социальные и политические вопросы. Участие в диалоге с обоих сторон приняли в том числе представители молодежного сообщества. Напомним, совсем недавно в региональном парламенте появилась молодежная палата, среди задач которой в том числе представление интересов поколения в законодательном органе. Ну и те вопросы, которые считаю, что должно, чтобы у нас в тесном контакте не только исполнитель, законодатель на своем уровне принимает, а самое главное, чтобы побольше увлекать население, которое активно должно, студентов, молодежь, которые могли бы такой взаимный контакт иметь в отделе сотрудничества. Мы очень ценим возможность встретиться не только с губернатором Мурманской области, потому что только состоялась встреча, но и представителями законодательной власти. И наши две области много-много лет сотрудничают, общаются, это очень нужно. Это очень важно для всех жителей наших регионов и в большей степени для молодежи, которые вместе будут строить наше будущее.